На РБК региональный блок новостей. Меня зовут Маргарита Гафарова. Здравствуйте. Абитуриенты в этом году смогут подать заявление в вузы до сдачи ЕГЭ. Прием документов будет проходить с 20 июня по 17 августа. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Сроки приема решено не сдвигать, несмотря на то, что единый госэкзамен перенесли из-за пандемии коронавируса. Так, уже 20 июня документы в вузы могут подавать выпускники средних профессиональных учреждений, бакалавриаты и те, кто сдавал ЕГЭ в прошлом году или ранее. Глава ведомства также отметил, все процедуры, связанные с поступлением, пройдут в основном онлайн. Заявление можно будет отправлять по интернету. Дополнительные вступительные испытания тоже постараются провести дистанционно. Напомню, в этом году ЕГЭ будут сдавать только те 11-классники, которые планируют поступать в вузы. Как сообщает Минпросвещение России, первый очный итоговый экзамен стартует 3 июля. ЕГЭ продлится до 23 июля включительно, плюс 2 резервных дня. В Башкортостане разрабатывают единую концепцию для сети придорожного сервиса. Узнаваемый бренд объединит различные кафе, магазины и гостиницы на республиканских дорогах. Желательно, чтобы название сохраняло в себе национальный колорит и выражало суть идеи, пояснили в Госкомторговле. К созданию концепции привлекли и жители республики. В соцсетях идет голосование за 4 предложенных варианта. На сегодняшний день лидером стало название «Башкортостанция», где номер равен расстоянию в километрах от Уфы. Далее в порядке убывания по количеству голосов идут Сота, Акюл, Курай-Драйв. Также жители могут предлагать свои варианты. Так, от пользователей соцсети поступило уже более 40 названий, среди которых Алга, Регион 102, Хлеб-Соль, Кунак, Тукмас-Бар, Юлдаш. Конкурс продолжается. При этом выбранное наименование не станет окончательным, а будет предложено инвесторам как вариант, который они могут использовать. На сегодня Госкомитет разрабатывает 6 типовых проектов в данной сфере для того, чтобы подчеркнуть именно аутентичность и особенности республики, для того, чтобы каждый турист, который приезжает и пользуется данной услугой, понимал, что он находится именно на территории республики. Также от предпринимателей поступила заявка о том, чтобы эти типовые проекты были стилизованы в каком-то едином стиле. По словам главы Госкомторга, создание концепции придорожного сервиса вызвало большой отклик со стороны инвесторов. Как сообщал РБК Уфа ранее, правительство республики поддержит предпринимателей в сфере придорожного сервиса, реализующих приоритетные инвестпроекты. Бизнесменам возместят до половины затрат на реконструкцию, модернизацию и создание инфраструктуры при строительстве кафе и гостиниц, но не более 30 миллионов рублей. На субсидию могут претендовать предприниматели, если объем их инвестиций составит больше 50 миллионов рублей. Жители Башкортостана в период самоизоляции обустраивали квартиры и дачи. В республике наблюдался рекордный спрос на услуги ремонта и строительства на 43% выше, чем год назад. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Недвижимость». На их взгляд, бытовыми вопросами занялись в большинстве мегаполисов. Самыми активными оказались жители Ленинградской области. Там спрос взлетел на 82%. На втором месте расположился Красноярский край – 70,5%. Ремонтом занялись 2/3 населения в Архангельской, Томской, Тюменской и Челябинской областях. Теперь дом – это место и для досуга, и для работы. Именно поэтому наши соотечественники задумались о том, чтобы обустроить свое жилье с комфортом и для любых целей. На Авито спрос на услуги ремонта и строительства в мае 2020 года достиг максимума 5 лет. Башкортостан входит в топ-10 регионов с наибольшим ростом спроса. В сравнении с маем прошлого года он вырос в республике на 43%. Эксперты также оценили структуру спроса. Самая востребованная категория услуг – строительство домов и коттеджей. Интерес россиян к загородной недвижимости вырос на 40% с введением карантинных мер. На втором месте по частоте упоминания стоят отделочные работы. На третьем – ремонт квартиры. Затем идет ремонт сантехники, а также сборка и ремонт мебели. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК.